сделать фото с Суворовым и Лениным, послушать историю о Доме культуры Ткаченко в Бендерах, погулять по парку в Чобручах. Так коротал время в Приднестровье принц Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдул-Маджид Аль-Сауд. По каким вопросам его высочество приезжал в Приднестровье — королевская тайна. Возможно, просто отдохнуть от песков и арабских ночей на берегу Днестра. Принц Фейсал, внук третьего короля Саудовской Аравии, занимается бизнесом, престол ему вряд ли светит. Судя по инстаграму свиты, принц Фейсал много путешествует. До Приднестровья посетил Нигерию, Южный Судан, Пакистан.